Привет вам, любители вкусно поесть. У нас сегодня штрудель вишневый, вот такой натуральной вишни. Внутри штрудель от местного производителя. Вот так он выглядит. Вот здесь вишня, и здесь вишня. Упаковку, которую мы выбрасываем, она не нужна. И к этому штруделю у нас кофе со сливками. Поехали? Поехали. Еще раз приятного аппетита. Кофе и штрудель. Такой, с вишневой начинкой. Из слоеного теста, по-моему. Очень вкусный, свежий. Свежий, мягкий, аппетитный. Кофе. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И всех хочу поздравить с наступающим 2024 годом. И пожелать вам счастья, крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались. Всем пока-пока, до новых встреч!